Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» был учрежден в 1996 году. Это форум профессионального театрального искусства, а также поистине самый главный ежегодный праздник искусства для белорусов. К сожалению, в прошлом году фестиваль был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На пресс-конференции, которая прошла на днях в стенах Брестского академического театра драмы, было отмечено, что в этом году из-за ковидных ограничений организаторам пришлось отказаться только от уличных представлений. Ощущение того, что и в актерской среде, и в зрительской среде преобладает желание общения и желание какого-то праздника и желание порадоваться жизни все-таки есть. Вот поэтому в прошлом году я отменил этот фестиваль, но в этом году все-таки мы решили проводить. Ну и понимаете, даже вот скажу самое сокровенное, то, что если все-таки не проводить один год фестиваль, второй год, третий, то уже потом его, очевидно, и не стоит проводить, просто надо закручивать или делать какой-то новый проект. Сейчас самое главное для организаторов фестиваля – это успешное прибытие всех участвующих театров в Брест. Ведь помимо белорусских, значительную часть программы в этом году составят театры из стран СНГ – Армении, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и России. Что особенно интересно, в форуме примет участие коллектив из Грузии. В программу фестиваля включено 22 спектакля от 22 театральных коллективов. Это драматические постановки, спектакли театра кукол для взрослой и детской аудитории. Конечно, неотъемлемой частью фестиваля станут пластические, балетные и музыкальные постановки. Показ пройдет на трех языках – белорусском, русском и таджикском. В сопровождении синхронного перевода на русский язык есть у фестиваля в этом году и особая изюминка. В этом году, я думаю, уникальность этого фестиваля будет, так назовем, восточное направление. Вот. То, что фестиваль будет еще интересен тем, что здесь очень в этом году, как никогда, подобралась сильная белорусская программа. Это очень интересные спектакли и очень интересные режиссеры. Уже в самые ближайшие дни ожидается поступление в продажу билетов на фестивальные спектакли.